Я сейчас нахожусь на площади трех вокзалов, непосредственно у Ярославского вокзала. И хочу вам рассказать о пару моментов, как связаны эти объекты, моя жизнь и коррозия металла. В 92 году мы поехали на концерт коррозии металла в Зеленый театр на презентацию альбома «Садизм». Я уже об этом подробно рассказывал. У нас не получилось пройти на этот концерт, там были конфликты с гопниками. В итоге мы вернулись на вокзал, и вот на этом месте, здесь раньше был газон, была трава, вот, и были засажены такие плотные кусты. Вот. Мы не пошли на концерт, взяли портвейны, взяли с собой колбаски, закусочки, у нас были с собой кассеты, мы перелезли через кусты, сели прямо вот здесь на травке, и вдвоем с Колей Ионовичем сидели, ждали прихода своего поезда, пили вино и читали спечатки кассет, еще был пара журналов «Железный марш», и так мы просидели часа 2-3-4. Вот так вот это место теперь преобразилось, нет уже ни газона, ни кустов, остался только Ленин и Ярославский вокзал. Дьявол, 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 спаси, кто там нас покарал, дай нам в руки мечи, против новой чумы. Начиная с 96 года мы с моим другом приехали в Москву, чтобы писать альбом. Жили здесь. Сами мы родом из Юрьев-Польского, поэтому примерно раз или два в месяц мы с этого Ярославского вокзала уезжали к нам в родной город Юрьев-Польский. Наши пути, поезд отходил с первого пути. Рейс был в час ночи, поэтому мы здесь вечером очень часто вот на этом месте стояли, ждали отправления поезда. Как-то раз вечером смотрим, идет Серега Высокосов, Боров, все его знают. Он здесь жил недалеко, могу показать, вот здесь около универмага Московский, там был дом, вот там он жил. Идет, мы его, конечно, уже знали, подходим, говорим: Серега, а так здорово, классно, ты что здесь делаешь? Я здесь живу. Ну вот, говорит, Наталья меня послала купить пару пирожков. Мы говорим: да ладно, пирожки, давай пивка с нами выпей. Он говорит: хорошо. Подумал минуту, говорит: ну давай, хорошо, хорошо. Мы угостили его, выпили пивка. Вот на этом месте, где экспресс-кафе, там были простые очень кафешечки, где продавали курицу гриль, сосиски и пиво. И вот мы простояли несколько часов, вспоминали, скажем, те времена, 90-е годы, концерты коррозии, много разговаривали. Вот. До часу ночи, в час ночи в поезд, мы уехали. Где-то через месяц, через два мы идем, снова его встречаем здесь, говорим, уже почти подружки. Привет, Серега, привет. И давай будешь пиво. Давай, пивка. Вот. Еще простояли полночи. И вот, скажем, вот таким образом на этом месте, вот в этом кафе, мы пересеклись опять на «Моя судьба», «Коррозия металла» и «Ярославский вокзал».